сегодня мне пришло озарение, я бы сказала, инсайт, которым мне очень хочется поделиться. Поговорим мы сегодня о кризисах. Прежде чем я соединилась со своим предназначением, со своей миссией, с наставничеством, и прежде чем я начала собирать группы учеников в наставничестве, мне пришлось преодолеть очень серьезный кризис. И этот кризис называется, я его называю, эмиграция. Когда ваша задача подойти к этому бизнес-проекту очень-очень серьезно, потому что здесь важно не только освоить новую страну, ее ментальность, эгрегор, и выучить язык, оформить документы, недвижимость, но и также начать хорошо и достойно зарабатывать. И вот как это сделать, как зарабатывать много на консалтинге, у меня заняло много-много лет, прежде чем я соединилась вот с такой формой бизнеса, как наставничество, и у меня сложился проект, личный бренд «Мастер баланса жизни», как прийти к изобилию в 7 сферах жизни. Ну что ж, зато после этого случился квантовый скачок, и теперь я запустила свои группы, и, конечно же, туда принимаю иммигрантов по всему миру и даю им возможность хорошо и быстро зарабатывать, не терять время, как это случилось со мной. Ну что ж, любимые, всех люблю, и увидимся в Zoom-конференции, в группах, в наставничестве. Всех люблю. Так, что у нас тут получилось?